Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. И сегодня у нас будет новая модификация. Конечно же, увидите старый добрый, но B3 Remixed. Можно сказать, что обновили Уити. Три новых трека, друзья. В главном меню тоже какой-то другой качающий такой трек. Аля. Берите покушать. Не забудьте поставить лайк, также подписаться на канал. Блин, ну, кстати, прикольный эффект, ребят. Качает, а? В общем, ребят, конечно же, я жду трики. Я его просто с нетерпением жду четвертой вот этой вот фазы трансформации крутой. Слили разработчики еще давным-давно. Притом не разработчики мода, а именно самой игры в трейлере на Кикстартере. Блин, когда же он выйдет? Но по факту, конечно, больше всех я люблю Уити. Это вот самый первый, самый крутой такой босс. Легендарный, а? Ты согласен, братишка? В общем, давайте проходить на харде. Очень все круто. Прям, надеюсь, конечно, без копирайтов. А, немножечко его переодели. Замылили, я смотрю. Не так прям суперкачественно, конечно, стало, но... Смотри. Бойфренда тоже немного изменили, как и нашу подружку. Вот. Так, и вот теперь он, кстати, по-другому что-то говорит. Ребят, смотри-ка. Причины, почему ты здесь. Хорошая причина. Би-бу-ба! Блин. Я предполагаю, что у вас пик в гудках. Пик буб-боб и... Хорошо, бип-скип-дуб. Вот и поговорили, а? Вот и поговорили, ребят. Слушай, по-моему, стенку изменили. Вот какой-то там глаз. Так, спам есть, конечно, друзья, если что. Слушай, мои аудиозаписи, походу, пополнятся. Крутой ремикс. Но какой будет ремикс, ребята, в третьей песне? Вот я не знаю. Я просто обожаю третью песню. Такая жизнерадостная, хорошая, ребята. Всех с маем, кстати. Мир, труд, май. 1 мая. Вот это эффектик. Слушай, круто, мне понравилось. Мне понравился. Какой жизнерадостный трек. Ну, согласись. Конечно, лицо у нашего Вити не очень прям довольное, скажем так. Хорошо, мы сражались. Ясен карниз сейчас. Он говорит, я сейчас уйду. Бип-бип. Бу-бап. Би-бля-буп. Буп. Такое чувство, что они будут теряться. Вот серьезно, и чисто их... запикивают. Ой, блин. Так, хорошо. Но не вини меня за то, что будет... Что произойдет в следующем раунде. 3, 2, 1, go! Ну да. Начало прям... балдежное. Пока мы не спамим. Ты это сам видишь. Но следующий трек, наверное, заставит меня это сделать.
Сейчас начнется кач. Слушай, это охрененно просто! Ля! И вот этот эффект. Просто топовый трек, а? Блин, аж глаза у меня, друзья, в кучку! Слишком тяжело! Слушай, это просто улет, чума. Да, конечно, выглядит вот это вот все, друзья, немного не прям супер богато, да? Есть такие модификации, прям очень супер красивые. Тут, понятное дело, разукрашивали. Так, ух, ля! Но треки бомба. Просто бомба, ребята. Я не могу сказать прям, вот знаешь, что по сравнению с оригиналом... Оригинал тоже очень хороший. Ну и ремикс тоже. Так, понятно. А, он хочет... Погоди, что он хочет? Мира, он говорит? Я просто хочу мира. Просто... простой мир, что ты пришел. Бип-бап! Все, это конец для тебя, бибу-бап, скиби-дибит. Скиби-баби-бюрюс. Нокет гасп бип. Нереально, как будто он ругается, матерится, блин. Какое-то неоднозначное начало, ребят. Долбит! Как будто уже за нами там полиция выехала! На заднем плане, что вообще творится? Капец, ребят! Ну мы так спамим, что чисто в минус уходим, посмотри! Как бы полосочка наша идет, но... это пипец. Капец, просто! Настолько жестко, что, ребята, мы аж в минус ушли. Капец.
Ладно, ребят, ну это было круто. Правда, вот последний трек, честно сказать, он был как будто, знаешь, приглушенный. Я прям суть его не понял. Я, конечно, в Sony Vegas, когда буду монтировать, погромче его сделаю, чтобы вы насладились им. Но вот я прям, ну, как-то не насладился, потому что он как-то он приглушен. Надо было громкость на максимум мне поставить, чтобы я прям... Ну это такое, ребят, прикольное. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.